Интернет, я вам здравствуйте. Я снова рад приветствовать всех, кто смотрит это видео. Друзья, это будет короткое видео, чисто такое информативное. В общем, уведомляю всех о том, что я наконец-то нормально настроил сервис Boosty. Что такое сервис Boosty для тех, кто не знает? Boosty — это сервис, благодаря которому вы можете поддержать авторов видео. То есть там можно подписаться на ежемесячную подписку платную, да, то есть просто вы заходите, оформляете подписку и выбираете, какой вам подходит тариф. Там у меня 50 рублей, сейчас, секунду, посмотрю, чтобы не быть голословным. Это 50 рублей, 150 и 250 рублей. У меня 3 тарифа я сделал. Вот, в общем, вы подписываетесь, и у вас ежемесячно автоматом вычитают эту сумму на мой счет, как бы, мне в поддержку. Да, чтобы вам каждый раз, там, каждый месяц там не заходить, не донатить, да, там, не отправлять куда-то что-то. Вы один раз подписываетесь, и у вас автоматом все это дело списывается. Это удобно для постоянных донаторов. И еще на этой же странице, на Boosty, на этом же сервисе, я теперь выкладываю видео, которые не выйдут на YouTube, в Дзене, либо где-то еще. Это всякие, так скажем, провокационные и интересные для вас видео. Вот, они теперь будут выходить только на Boosty, и будут они только доступны только после оплаты. И здесь важный момент. Естественно, я прекрасно понимаю, что в основном на каждое видео будет 1-2 покупки. И дальше это видео будут сливать по интернету. Я это прекрасно понимаю, я к этому готов. И я больше скажу, что я ничего не имею против этого. Пожалуйста, один раз купили, дальше можете распространять, как хотите, что хотите. Вот, ничего против этого абсолютно не имею. Но для того, чтобы добраться до ссылки, по которой доступно данное видео, вам все-таки хоть один раз, но придется заплатить за него. Вот так, вот такие вот, ребят, теперь дела. На YouTube, Дзене и так далее видео будут выходить, но там будут выходить в основном обычные простые видео на какую-то простую житейскую тему и обзоры. Вот. Все, что с перчинкой, все будет выходить только по подписке на Boosty. Вот такие вот, в общем-то, друзья, дела, такие новости. В описании к этому видео я не буду оставлять кучу ссылок, как я обычно это делаю. Чтобы вы не запутались, я оставлю ссылку только на Boosty. Поэтому это видео конкретно только для тех, кто заинтересован в интересном и платном контенте. Всем заранее огромное спасибо, кто будет оформлять подписку и кто будет покупать платные видео. Всех обнял, всем удачи и хорошего настроения. Всегда ваш, Василий, канал Рудем Лайф.